Здравствуйте, мои дорогие. Хочу перед вами извиниться. Вчера такой день был насыщенный, просто вот, ну, приезжали ко мне гости вчера. Ирина Сергеева, подписчица моя, со своим мужем, с дочкой. И мы просидели, проболтали, что уже спать было, пора ложиться. И я не успела розыгрыш сделать. Ну, сегодня с утра я исправляюсь. И хочу вам показать вот такую сумочку. Ну, кто смотрит мои видео, видели ее. Вот. Я ее сшила исключительно из любопытства. Мне было интересно сшить с фермуаром сумочку. Вот это замша. Нарисую картину вот эту вот на ткани. Но сшила я ее, так она у меня и лежит. Носить мне ее не с чем. Я вот даже не знаю, как их в руках держать, вот такие маленькие. Правда, как дочка смеется, ни картошки в нее положить, ничего. Вот, и поэтому я решила ее разыграть. Все, кому нравятся такие сумочки, пишите. Условия конкурса под видео. Участвуйте, подписывайтесь. Что-то я сегодня торможу с утра. Всем удачи. Как всегда, желаю всем победы. Ну и пока-пока.